До Германии добрался старейший в мире беженец по имени Абдул-Кадир Азизи. Добраться до Европы 110-летнему жителю Афганистана помогали родственники. Большую часть пути его фактически несли на руках. В Германию мужчина прибыл вместе с 8 членами своей семьи и сейчас находится в приюте для беженцев в городе Пассау в Баварии. Весь путь у переселенца занял около 8 месяцев. И, судя по всему, долгожитель перенес это далеко не самое комфортное путешествие стойко. Абдул-Кадир не имеет при себе документов, которые бы подтверждали его возраст, но все родственники в один голос утверждают, что он родился 1 января 1905 года.